себе болевой на руку. В спортивном дзюдо почему-то практически не используют этот прием, хотя он очень эффективный. Кроме Кирилла Денисова. Сколько раз побеждал Сипана своих противников. Он выжидал момент, когда руку ему положат на плечо, и потом просто заходил. При условии, если вы воздействуете только на локоть, вполне приемлемый болевой, Сипан сразу же. Если вы воздействуете на плечо, то это уже нарушение правил спортивного дзюдо. Этот болевой очень эффективный и в принципе это и в самозащите. Если человек захватил вас, вот вы только усекли, что он захватил вас за спину, мало ли что, там какой-то оказался, я не знаю кто, борец или кто. Сразу же не надо терять времени, просто положите руку в область его локтя и пошли назад. Пошли назад. Все. Прием готов. Противник повержен. На отдачу там уже. Что у нас бьет в голову?